Итак, всем привет, дорогие друзья, а мы сегодня сыграем в школу, ну для нас это будет школа стрельбы, а так это Counter-Strike, Conduction Zero, ну мы сыграем пока просто с ботиками, просто так, на удачу. Просто так повеселимся и все. В принципе, у меня эта игрушка должна вроде не лагать. Это же старая добрая контра, которая еще была до даже контры 1.6, наверное, до контры, ну, до CS:GO. Это просто супер. Я рад то, что сыграю тут в такую штуку, потому что она меня радует, она не лагает у меня на данный момент, и мне все нравится. Сейчас тут все загрузится и будем воевать. Так, я лично вот тут профессиональный АВПшник. Интересно, что это у меня тут с этой штукой? Не, неожиданно, с каких это пор у меня тут пистолет? Не ожидал, мне так ни хрена неудобно. Так, ну-ка, стоп. Options, маус, аудио, видео. Так. Ну-ка, сейчас подождите, сорян. Сейчас все будет. Так, вот теперь все должно быть просто зашибись. Вроде настроил все как надо. А, это я уже на офис, да, О! Все, шикардос. Так, ну чё, пацаны, я, пожалуй, возьму винтовочку. Пистак. Патрончиков. И побежали. Чё-то у меня вебка больно большая. Так, ладно, немножко подлагивает под запись. Окей. Так, пацаны, чего там? Да ну, все что ли? Серьезно? Это вы называете выиграли? Я даже ни одного патрона не потратил. Дайте мне хоть раз там пострелять, пацаны. Так, ну-ка. Вот этот вот момент интересный. Фигеть, я тут залагал. Конечно. О! Здорово. Куда ты понёсся? Дибик. Блять, тут поаккуратнее надо, а ты тут понесся. Как? Дурак какой-то. Так, ну, я как чувствовал. А, это твой. Help me. Так, где этот-то? Говнюк. Он где-то тут, я это просто чувствую. Hostages are ready to go.
сюда. А вот и вот. На-на-на. Блин. Вот вы видели, как залагало? Вот так же у меня и в КС-ке иногда бывает, блин. Ни хрена себе, один должен загасить столько народа. О, как жестко ты, бедный пацан. Так, ну-ка. Сейчас я вам тут устрою. У меня плакать будет. Так, ну смотри. Чё мне так камера двигается? Вот ж я, наверное, не брался за эти съемки. Блин, чё ты так пугаешь-то? Братья. Ой! Бля. Вот ты ж писёк. Убежал. Я ж, блядь, всё знаю, нахуй. Бля! Хули он так? Охуенно меня пристрелил с такой дальности-то. Тут эти-то не действуют законы. На то, что присел, типа, круче стреляешь. Тут прицел даже мне такой не покажет. Блять, все будет охуенно. Ну ладно, потихоньку. Блин. Пистак обычный. Не покупал я. Пистаков покруче. Так, вот тут сейчас пиздюк сидеть будет, это я точно знаю. Не сидит. Че это он тут не сидит? Значит, он где-то в другом месте сидит. Хей, хей. Хей. Так. Где ты? Хеллоу, хеллоу. Еще типа... один такой выживший или нет, блин, мне не показалось. Да бля, как я промахнулся, вот вы видели? Бля, я и в него четко должен был попасть, как так то ну-ка, даст нахрен. Не должно было так получиться. Ну ладно, школа стрельбы, наверное, будет одна серия, потому что, как вы поняли, у меня лагает. Ну, как я, как всегда, в своем репертуаре, нахуй. Так, ну чё, пацаны... Не надо меня только расстраивать, вы хотя бы не будьте такими дурачками, как я. Ага, вот тут вот... Да вы въебали. Я там пройти хотел. О, чё-то вот эта вот карта на Dust 1 в КС-ке. Гоу, похоже. Чем-то. Чем-то похоже. Ага, а вон там это уже... О, да неужели я попал? Блин, где аниме-то? Какая радость, я наконец попал. Так, иди-ка ты туда, малыш. Ага. Блин, я видел, что с моей камерой? Чё он мне так ног снял?
Блин, вот ты ж осел. Упрямый. Блин! Увидели, что это было? Шикарно. Ладно, дорогие друзья. Пожалуй, школу стрельбы мне не сильно хорошо вышло снять. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите новых моих серий. Рейка я пока что-то су продолжать снимать, потому что мне до полного пипеца напугал. Подписывайтесь на канал. С вами был Павлин. Всем пока.